У нас есть хорошие законы, но, к сожалению, не все законы исполняются на местах. Происходит это по причине халатного отношения чиновников и коррупционным схемам. Я иду в депутаты для того, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и контролировать эту работу. И считаю, что не народ должен трудиться во благо чиновников, а чиновники должны трудиться во благо народа.